5 лет назад я попал в тяжелую жизненную ситуацию. Мне предложили поработать на стройке, где обещали достойную заработную плату и все социальные гарантии. По приезду у меня забрали паспорт, якобы для регистрации, и больше я его не видел. Мы работали днем и ночью, выполняя тяжелые работы. Вставай уже, вставай! Но денег нам так и не заплатили. Мы не могли покидать стройку. Я дважды пытался убежать, но из-за этого меня сильно избивали. И лишь на третий раз у меня получилось. Стой! Все равно ногой! Стоять! Не повторяйте моих ошибок. Проверяйте всю информацию о нанимателе.